Приветствую вас. С точки зрения психологии можно сказать, что ответ на ваш вопрос зависит от того, какие у вас отношения с мужем, на чем они выстраиваются, отношения с мужем, я имею в виду, и, собственно говоря, чего вы хотите от этих самых отношений с вашим мужем. Если отношения с ним вы строите на доверии, на понимании друг друга, на желании искать какой-либо там, компромисс, например, и так далее, и так далее, то это одно. И тогда вам, безусловно, сказать ему, наверное, все-таки стоит, ну, хотя бы потому, что иначе это будет подрыв доверия с вашей стороны, и у вас могут начаться серьезные проблемы именно с ним, с вашим мужем, я имею в виду. Если же как такового доверия у вас с ним нет, если как такового взаимопонимания с вашим мужем у вас тоже нет, и если вы знаете, что он, например, встретит очень негативно новости о том, что дети едут с вами куда-то, если вы знаете, что он этого не примет, то, соответственно, тогда можно говорить о том, что ему не стоит знать действительно, что вы делаете, просто потому что это ни к чему хорошему вообще не приведет. И в данном случае лишь только породит скандалом, а может быть чего еще и похуже. То есть, понимаете, откуда вообще зародились ваши сомнения в том, говорить ли ему про детей или нет? Ведь вроде как это отец ваших детей. И вроде как отец настроен на то, чтобы его дети были счастливы. Разве не так? Если он на это не настроен, если у него вообще несколько другая, например, направленность, то тогда, конечно, можно говорить о том, что, может быть, отец совершенно, ну, может быть, отец не совсем то, что нужно вашим детям. Может быть, вам имеет смысл подумать тогда над тем, чтобы как-то дистанцироваться от него, если вы ставить вопрос таким образом, либо если у вас есть некие конфликты, ссоры, разногласия и непонимания, то может быть имеет смысл работать в этом направлении, дабы попробовать все-таки ситуацию как-то разрешить, потому что если у вас есть конфликты с мужем, то дети однозначно от этого также страдают. И очень не хотелось бы, чтобы это было так. Поэтому вам желательно бы, точнее, постараться как-то все-таки этот вопрос решить. То есть, либо вы как-то взаимодействуете с мужем, чтобы решить свою проблему, как-то ее, ну, там, я, как-то ее купировать, да, либо вы, собственно, думаете, что делать вам дальше именно с детьми, потому что, ну, вот так каждый раз думать, говорить или не говорить что-то, а проблем-то в жизни бывает много самых разных, вот, ну, согласитесь, это не есть хорошо. Поэтому я предлагаю вам именно так ответить на ваш вопрос.
На этом все. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные у вас остались вопросы, буду рад ответить вам на них. Пишите в личку. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам!